Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будем вместе с вами обозревать посылочки и товары из Китая. Огромное спасибо тем, кто подписался. Нас уже 80 человек. Вот, подписываемся, скоро у нас будет соточка, будут конкурсы, будут розыгрыши. Вот, а сейчас пока с вами посмотрим очередную посылочку из Китая. Вот, заказал часы, пришли вот в таком, на удивление, большом пакете. Но внутри просто вот я нащупал, часы валяются, без какой-либо упаковки. Вот, тоже там взял на распродаже, дешевенькие. Почему взял часы? Потому что увидел их в одном из пабликов ВКонтакте, как Super Street Tracer часы за 150 гривен. Вот, на Алиэкспрессе нашел их за 3,5 доллара. Вот, так и оценили посылочку в 3,48 центов. Вот, написали часы, то есть это не подарок. Вот, написали точный вес посылки. В общем, как-то странно, китайцы уже начинают все так оформлять. Вот, посылочка, правда, и шла аж 20 дней. Вот, в общем, вскрываем, смотрим. Кстати, вскрываю ножичком, попробуем. Первая посылочка, вскрытая вот этим вот ножиком, картой. Вот, и на удивление она вскрывается, посылочка. Итак, внутри у нас лежат часики. И какая-то бумажечка. Ага, бумажечка это является инструкцией к часам. Вот такая вот, как калька какая-то. То есть это необычная бумага. Ну, вот здесь инструкция со схемами. Одна половина идет на китайском, вторая на английском. Одну минуту. Так, продолжаем рассматривать часики. Отвлекли нас. В общем, часы Street Tracer, вот упакованы в пупырку, еще в один упаковочку. Вот такие вот огромные часы, в принципе. Ну, вот, для сравнения одену их на руку. Вот, металлические. Вот, задняя крышечка под батареечку металлическая. Сам корпус часов металлический. Ремешок резиновый, но такой жесткий, то есть он не мягкий, я думаю, он даже трескаться будет. Вот здесь вот, к сожалению, он не сгибается, то есть, вот видите, ровно его не сделаешь, то есть часы положить нереально. Вот. В чем фишечка именно этих часов Street Tracer? Сейчас сдеру пленочку и объясню вам, в чем суть. Так, попробую показать вам ближе. Так. Как видите, здесь циферблатики, дата, временной, скажем так, период, день или ночь, оформлены все такое в стиле циферблатов на автомобилях, да, там тахометр, спидометр. Вот, также вот видите, они вот так вот включаются, и как мы видим, здесь у нас часы, здесь у нас минуты и дата. Вот. То есть, хоп, включили подсветочку, они подсветили вам, показали, например, что там 12:34, я не знаю, в общем, еще толком не разобрался. Самое основное, это то, что вот 1 час и 50 минут. Ну, а сколько секунд, к сожалению, не угадаете. Вот, разберусь, как их настраивать, в общем, я думаю, настроиться. Вот, как-то тут зажимаются две кнопки, переключаете часы, минуты. Вот, и вот видите, можно переключать часы, настроить, время настроить. Как-то они еще используются как секундомер. В общем, оформлены они вот в таком вот стиле. Вот такое вот оформление у них в стиле спидометра, тахометра. В общем, сделаны часы, минуты. Это их не основная фишка, этих часов. А так, это в принципе обычные LED-часы, то есть с диодной подсветочкой. Вот так вот все мигает, переливается, показывает сколько времени, сколько минут. В общем, должно еще как-то дату показывать. В общем, настрою, разберусь. Кому интересно будет, ссылочка под видео, можете заказывать. Продавца я проверил. Часики всего-навсего там 50-60 гривен обходятся. По сравнению с тем, что предлагают у нас там в супер пабликах, рекламируя это как супер часы. Вот. Для какого-нибудь автолюбителя или же человека, помешанного на гонках, я думаю, это будет интересная вещь. Вот. Ремешок можно растягивать довольно-таки на широкую, огромную руку.
Вот. За счет того, что это резина, можно наделать отверстие для маленькой руки самому самостоятельно, если вам этих дырочек готовых мало будет. Вот. Часы увесистые, довольно-таки огромные. Сейчас прикину на свою руку, чтобы, может, вам было понятно. Вот видите, легко защелкиваются, расщелкиваются. Вот. На руке смотрятся они вот так вот, то есть довольно-таки огромные. Вот. И в то же время такие стильные, спортивные, можно и под кофту, и, я думаю, и под костюм будет добавлять такую нотку спорта. Вот такие вот часики. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых посылок!